Доброго вам здравия, доброго вам крова. Сегодня посмотрим, поговорим про память и Гаскил. На рынке есть главный и самый единственный бренд, уважаемый общественностью, это Kingston. Его все знают, его все берут. Все остальные бренды — это хрень полная. Это такое массовое мнение, которое потребители используют. Оно есть, реально. Потребитель не знает, соответственно, о бренде Gaskill, но зная про бренд Kingston, он делает абсолютно верный вывод. Это хрень собачья, это хорошо. По цене сейчас доходит до исторического абсурдного минимума память цены Gaskill. Она стала дешевле памяти Kingston на 20-30-40%. Память Gaskill исторически всегда была дороже Kingston, теперь же все шиворот на выворот, все изменилось. Возможно, это было связано с частичным приобретением подразделения HyperX с Hewlett-Packard'ом. Kingston же теперь производит память Fiori. То есть был HyperX, теперь у нас Fiori. Но это не суть важным. Есть еще довольно большая важная проблема. Проблема совместимости 12-го поколения процессоров Intel Alder Lake 1700 Socket. Есть Memory List. В этих Memory List'ах Gaskill есть. Но Gaskill старые модули. Тот же объем модулей, который есть на складах поставщиков этих моделей, почему-то чисто случайно нету в списке совместимости. Что Asus, что Gigabyte, что MSI. Да, вот эта мать официально не поддерживает эту память. Ну, не поддерживает, нету ее в списке совместимости. Значит, не работает. Вы же видите, не работает. Видите, вот такая проблема. Но в memory листах повсеместно, в большом объеме, по сути, весь список есть памяти Kingston. Это такой вариант мягкого промышленной коррупции. Gaskill, походу, кому-то не занес бизнес на выживание. Сейчас Gaskill у нас, походу, в режиме выживания. Здесь на сборке у нас компьютер дизайнера Григория. Установлено два модуля по 32 гигабайта. Gaskill Trident Z. Отвертка никого не касается, без истерики. Частота у нас 3600, где у нас, вот она, 3600, тайминг 18. Это то, что прошито в самом модуле, а то, что материнская плата выставила 3600, тайминг 18. Тесты память проходят. Двухканальный режим, кстати, такой фокус CPU Z для DDR4 в Alder Lake показывает 2 по 64. И этот же процессор, если поставить два модуля DDR5, она покажет 4 умножить на 32 бита. То есть не пугайтесь, там не будет 4 каналов. И довольно простой вывод. Если у вас контроллер памяти в Alder Lake биты будет, то будет показано 2 по 32 в DDR5 вместо 4,35. Так, это отступление. Что у нас по памяти? Gaskill, обидно. Памяти нету. Ну, продавать надо. В нашей сборке клиент Григорий хотел память, догадайтесь, какую. Ну, Kingston он хотел. Kingston. Ее не было на складе. Но были в количестве Trident Z. Да, они остались. Их не берет массовый потребитель. Ну, потому что хрень полная собачья. Видите, не работает, несовместимо. И наш клиент все так же хотел. Паттерн потребления, он есть. У нас клиент правильный. Это людей так формируют. Глядите, если это дороже, значит, это лучше. Это логично, логично. А еще список совместимости, а еще много чего. В итоге в этой сборке вместо Кингстона стоит у нас Gaskill. И это выбор мой. Мне надо продавать. Я продаю то, что есть на складе. Это законы с продажи. Но я продал не хрень собачью, я продал хорошую, совместимую, надежную память, которая была хитом, сейчас же ее почему-то начали опускать. И потребители к этому отпусканию Gaskill готов. И они даже по ценнику дешевле вот этого бренда не берут ее. Ну, потому что паттерн потребления. Короче, тупик. Не знаю, как из этого тупика выйдет Gaskill. Надеюсь, выйдет. Занесет кому надо. Ну, с маркетингом начнет играть снова же. Сейчас, да, в маркетинговом плане Gaskill сильно погас. Все сказанное относится к памяти Gaskill DDR4 для Alder Lake. У Gaskill вышла большая линейка DDR5 под Alder Lake. По поводу списка совместимости, но нет, неважно. Ее берут, она популярная, до сих пор Gaskill как бренд ценится, и масса потребителей ее берет. Но потребитель с лопухами на ушах от Gaskill постепенно начал отказываться. Видео про это. Я не говорю, что реально какая-то коррупция. Я предполагаю, что кто-то кому-то не донес. Возможно, все абсолютно наоборот.
Гаскил есть и проживает, память хорошая, надежная. Да, бывает гарантия. У меня, к примеру, интернет-магазин по аутсорсингу приносит сборки. Недавно была сборка, 4 модуля по 32 гигабайта, DDR4. Догадайся, какой памяти? Да, конечно, Kingston. Там была сборка без тестов, просто старт по биосу и все. Вот что платит, то и получает. И в той сборке из 4 модулей Kingston HyperX, Kingston Fury, HyperX сняты. Два модуля оказались биты. Там клиент Буч интернет-магазину поднял полный капец. В итоге руководитель интернет-магазина Евгений уверен, что у меня руки кривые. А проблема-то была в памяти. Там память работала, все работало, но сыпется. То есть Евгений думал, я что, шокером, что ли, память пробиваю, чтобы его насолить? Я не понял, ладно. Это из соображений ложечки серебряные нашли, но в гости не приходите, сборки от них теперь отсутствуют. А это все у нас Kingston. Ну, сука, из 4 модулей 2 оказались чуть-чуть нерабочие. Их потом сдали поставщику, но не суть важно. А по Гаскилу тоже бывают проблемы. Бывают проблемы по рекламации. Но они не такие массовые, они такие же, в таком же процессе отношений, как и у Кингстона. Так, короче, наверное, что-то лишнего сказал. Коррупция, да ни хрена, наверное, и нету. Бренд есть, проживает, а по цене, да, реально цена Гаскила почему-то упала, и почему-то ее перестали брать. Я просто предполагаю, здесь нет никаких доказательств, здесь просто мое мнение. Это авторский блог, все, успешные сборки, компьютер Григория сейчас на выдаче, через минут 20 он уходит. С момента съемки видео прошло больше недели, на сборке очередной компьютер с памятью Gaskill Trident Z. Два модуля по 16, 3600, тайминг 17. Memory листе материнской платы данной памяти отсутствует. Все работает, все совместимо. И за это время на рынке РФ произошли сдвиги политики в продуктовом менеджменте в отношении цены на память Kingston Fury Beast. Аналогичный комплект 2 по 16, 3600 с таймингом, правда, повыше, 18 и с подсветкой стоит сейчас дешевле. Он стоит 11500 в сетилинке, 12000 в ДНСе. Приносит же цена этого набора 13000. Все возвращается плавно на свои круги. Память, которая имеет тайминги, лучше стоит дороже. Только потребитель массы почему-то за Gaskill пока не бежит. Ну, хотя бы Kingston возвращается в рост ценовой, где было. Продуктовый менеджмент, игры с ценой. Изменять видео не буду. То, что говорил перед этим, так и останется.